А я скажу откровенно, я уже счастлив. Знаете почему? Я сейчас все объясню. Потому что 4 года я ждал ее на Евровидении. Я звал, писал, манил своей улыбкой. Смайл! Да, я все это делал. И, наконец, я дождался! В 2011 году она впервые подала заявку на Евровидение, но услышать ее потрясающий вокал Европе не повезло. За 4 года она выпустила 4 альбома, снялась в кино и сменила весь репертуар. Самая уникальная исполнительница – Джамала! А еще я счастлив, что ее поддержит вот такая шикарная группа поддержки. Ой, здрасте. А, ну давайте, говорите. Ну, классно будет. Мы родственники, мы группа Джамаловичи. Сказала Василиса, которая меньше других похожа на Джамал. Потому ну, что, ничего, как я видим, приемная дочка. Ну а вообще, если честно, настало время для того, чтобы послушать действительно очень глубокую, настоящую музыку. Музыку, которая мне понравиться не может. Исполнителя, которого представлять особо-то и не нужно. Ну и вообще в конкурсе Джамали участвовать уже тоже давно не нужно, она уже давно всем доказала все. Тут просто, наверное, ее желание показать свою силу, таланта и мощь истории этой песни всему миру, а это должны знать. Да, чем больше людей будет знать вот через таких, как Джамала, об Украине, и тем лучше будет всей стране. Это так? Это так. Вы знаете, я хочу вам честно сказать, пока на этот момент вы лучшая группа поддержки. Респект вам. Друзья мои, ну давайте же узнаем, какую песню Джамала приготовила для Евровидения. Мне кажется, что за несколько лет участия Украины на Евровидении она всегда была показана достаточно легкомысленно. Простите меня за это слово. Украинцы действительно очень веселый народ, но не только. Я поняла, что у меня есть песня. Это моя история. Это история моей семьи. От рассказов моей прабабушки Назылхан 18 мая 1944 года, когда она со своими маленькими детьми была депортирована из села Малореченское в Среднюю Азию. Как она потеряла свою дочь. И не было даже возможности ее похоронить. Только персональные истории, которые касаются тебя, только они могут тронуть. Man, who are they?
Такого сегодня еще точно не было. Слів сказати, що це дійсно стало вам так. Це дійсно стало вашою пісню. Дякую вам. Я хочу сказати від себе лично. Я правда не представляю, може ли телевізор передати вот эту всю енергію, эту мощь, вот эти вот мурашки, которые до сих пор у меня бегают, я уверен, они еще долго будут бегать, сталкиваться, бегать, сталкиваться и бегать, потому что, на мой взгляд, это было нечто невообразимое. И. Да, у нас судьи сегодня практически все время критикуют. Ну, узнаем, что будет сейчас. Андрей. Джамала, здравствуйте. Добрый вечер. На сегодняшний момент, я считаю, это лучшее выступление этого концерта. Спасибо огромное. Конечно, я жду каких-то веселых песен. Когда я говорил Владу Курасову по поводу индивидуальности, то вот здесь она есть. Браво. Молодец. Спасибо. Спасибо. Константин. Ну, вы знаете, когда я слушал Джамалу сейчас, я поймал себя на мысли, что мы очень часто недооцениваем тех людей, которые живут с нами рядом. Знаете, вот в одном с нами городе, в одной стране. Нам часто кажется, что все самые великие певицы живут где-то в районе Америки, за океаном. На худой конец в Англии. Ну, вы знаете, я провел совершенно огромное количество каких-то кастингов, сидел десятки раз в жюри каких-то международных конкурсов. Через мои уши и глаза прошли тысячи реально артистов, музыкантов и так далее. И я могу совершенно трезво и, мне кажется, объективно сказать, что Джамала – это выдающаяся совершенно певица. Выдающаяся. И совершенно выдающийся музыкант, который с помощью своего голоса вызывает такие эмоции, которые просто, на мой взгляд, уникальный. И я не призываю никого и не агитирую голосовать там за нее, имеющие уши, знаете, да услышат. Я просто призываю ценить тех людей, которые находятся с нами рядом. Пока они молоды, пока они живы и здоровы. И у меня есть определенные поправки. Я бы поработал над визуальным образом и так далее, и тому подобное. Но это уже какие-то технические тонкости. Что касаемо исполнения, это потрясающе просто. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо, Руслана. Знаешь, тобі вдалося, сестру, зробити сьогодні дуже велику штуку. Ти
Ты мені сестри? Сьогодні... Сестри? Да, я можу так сказати. Ти сьогодні мені музикою дала зрозуміти біль від того, що ми втратили Крим. Я просто плакала разом з тобою, чесно. І на таке здатна людина, яка по-справжньому цю біль переживає, можливо, ти перша, хто сьогодні за Крим по-справжньому вступилася, чесно. І я з тобою в цьому. Тому це тобі просто мій людський респект, що ти заспівала своїм голосом. Я тебе поважаю за це. Це більше, ніж оригінальність. Це глибше, ніж просто арт. Це все набагато більше. Ти супер. Ти маєш бути в фіналі. Ми ідіоти, якщо ми за тебе не проголосуємо. Це просто я чесно говорю, на відміну від Кості, я таки закликаю за тебе голосувати. Спасибо огромное. Сегодня это, по-моему, впервые, когда судьи единодушно поддержали участника. Но я хочу обратиться к вам, друзья. Вы должны помнить, что судьи решают лишь на 50%. И поэтому в любом случае Джамале нужна будет ваша поддержка. Если вы считаете, что этот харизматичный голос Джамалы достоин быть в финале, отправляйте смс с кодом 6 на номер 7766. Дайте возможность Европе увидеть и услышать это.